Пунтик, фильм и Петр Семилетов. Показывают вам обзор телефона. Как это называется на стоп? Motorola Razr V3. Тр-тр, Hello Moto. Этот телефон я купил за 100 гривен в подержанном состоянии на раскладке подержанных телефонов. Motorola Razr V3. Легендарный телефон, самый продаваемый телефон Motorola, выпущенный в 2004 году с дизайном, который противоречил всем тенденциям тогдашнего дизайна мобильных телефонов. Он большой, тяжелый, с камерой, расположенной спереди. Этот телефон давно снят с производства, но я о нем кое-что расскажу, и его еще можно встретить продажи на раскладках, и китайцы выпускают к нему аккумуляторы и зарядки, что важно. Но зарядка, которую купил я, к нему подошла плохо. То заряжает, то не заряжает. Поэтому я заряжаю его от компьютера. Шпунтик, скажи, да? От компьютера? От компьютера. Так, ну что, начнем смотреть. Внешний вид. Корпус выполнен из металла. Телефон тяжелый, увесистый. Тяжелый и увесистый, да! Сбоку расположен разъем USB-шный. Я все время путаю мини-USB и микро-USB. В общем, вот такой разъем, как для некоторых фотоаппаратов и камер. К нему подключается и зарядка, и гарнитура, которой у меня нет. Спереди мы видим камеру VGA разрешение 640 на 480. Снимает, ну, посредственно. Странно, что Motorola оснастила свой флагман такой хреноватой камерой. Спереди мы видим дополнительный дисплей, на котором показываются часы и уменьшенная копия обоев на рабочем столе. Есть клавиши громкости и клавиши выбора этого... Как же это называется? Если бы шпунтик не ныл, я бы вспомнил, что это называется выбор стиля звучания, ёлки-палки. В общем, выбор профиля. При открытии мы видим подсвечиваемую плоскую клавиатуру, микрофон. Шпунтик продолжает ныть на. И большой качественный дисплей. К сожалению, я не могу его толком показать, потому что идет пересвет. В общем, верьте мне на слово, что дисплей очень качественный. Разговорный динамик, несмотря на годы, и весьма качественный. Меню довольно непривычное. Это в меню, внутри телефона. Телефон построен на стандартной для Motorola тех лет платформе P2K, но меню несколько отличается от P2K, причем я бы сказал в худшую сторону, потому что многие вещи не так удобно сделаны, как в других телефонах Motorola, к ним надо привыкать. К тому же меню очень, я бы сказал, многословно. В нем очень много пунктов практически для любого экрана интерфейса.
пойдем назад. Большую роль играет кнопка вызова контекстного меню. Она не очевидна, но она вот. Вот эта кнопка. Если мы нажимаем где угодно, кроме главного меню, то появляется контекстное меню. Java работает медленно. Можно разве что играть в старенькие какие-нибудь игры бродилочки, но Java не конек этого аппарата. Звук звонков громкий, музыку я не слушал, поддержки карт памяти нет. При звонке можно выбирать телефон звонящего, который отображается хоть и не на полном экране, но вполне приемлемо. Как и в других телефонах Motorola, при наборе текстов здесь доступна система предикативного ввода iTap, которая позволяет... Что же она позволяет? Быстро вводить текст! Но я ее предпочитаю отключать. Интернет на уровне WAP. Хотя тут встроены какие-то там службы Google. Я их не запускал. Сейчас. Чтобы еще показать. В телефон входит утилита Moto Mixer, при помощи которой можно создавать, ну, то есть это микшер. Вот мы выбираем такую-то партию, можно ей задать темп, потом ля-ля-ля, мы создали. Можно ее смикшировать с другой композицией, с другим инструментом. Одним словом, я с этой функцией особо не работал, поэтому рассказывать вам не буду. Ну, то есть, можно что-то микшировать. Кузя, хватит ныть, на тебе игрушку. Ноет. Вернемся к разговору о нашем мобильном телефоне, о моем мобильном телефоне. Настроек в нем много. Не толкайся, Кузьма. Вот что я хотел сказать. Боковая кнопка переключает стили оповещений. На улице, в офисе, дома, ля-ля-ля, тополя. Давайте мы посмотрим состояние телефона. Вот, что плохо, что рука вместо того, чтобы нажимать на клавишу джойстика вверх, постоянно случайно нажимает на верхнюю контекстную клавишу. Не мешай. Состояние телефона. Посмотрим, сколько в нем памяти. Вот, сведения о телефоне. Мой телефон. Мы не можем видеть, сколько здесь памяти, но ее хватает, чтобы сохранять снятые на нем фотографии. Подключается он к компьютеру, как и все P2K телефоны. То есть не как флешка, нужен сторонний софт и драйверы. И тогда вы сможете скачать из внутренней памяти телефона записанные на него фотографии или какие-нибудь диктофонные ваши записи. Уже 9 минут длится этот обзор. Но живенький получается. P2K телефоны, софт для них под Linux уже не компилируется, он старый, его никто не поддерживает. А вот под Windows этот софт все еще работает. Его можно скачать с сайта MotoFan, кажется, что-то в этом роде. В общем, кто ищет, тот найдет.
Вот такой веселый обзор у нас получился. Моторола Razr V3. Классическая Моторола старых времен. Hello, Moto!